Вот эту женщину вы сказали особо надо. Да, особо. Особо. Я хочу, чтобы вся Украина. Ну дайте вот какой-то депутат. Как вас зовут? София Федоровна. София Федоровна. Да, да, да. Сколько вы времени потратили на это чудо? Ой, я не засекала. Ну, я имею в виду, в этом году только взялись? Не-не-не. Иночка, это уже лето, уже... смотрите, кусты он какие выросли. Года три, да? Года три-четыре. Да, у меня все на остановке. На остановке, Иночка. И под балконом. Иночка, подойдите, там под балконом, Наташа, надо повезти туда. Вот я это видите? Что наши люди делают вот это все? А скажите, вы вообще понимаете, что... К вам не подходили, не говорили, что вы занимаете общественную землю, другие... Большая, коли пісня тут стояла лужа, а тоді як загородили, я взяла квітки, щоб балкон і посадила, думаю, хай щось зацвіте. А воно і вози цвітуть, і утренники цвітуть. Ну, папа так. А як з полівом? У кармішках. Да, Інна, от представляєте, що може наш ділять народ і як його не люблять, от в чому діло. Мені обідно. Ну, вообще, вот когда вы создадите домовой комитет, напишите заявку, вы безпосередня влада, вы первые, ваша забабанка, которая соответствует закону, должна быть выполнена хозяйственными структурами. И ЖЭК должен сделать заявку на зеленбуд ваш, чтобы полив проходил хотя бы в области клумб. Да, проехать, конечно, конечно. Вот увидите, после этой публикации у вас будет полив. Ну, давайте, Иночка. Идемте дальше.